На конкурс дети читают стихи. Петр Борисов, 8 лет. Город Москва. Андрей Усачев, откуда приходит Новый год? Новый год слетает с неба? Или из лесу идет? Или из сугроба снега вылезает Новый год? Он, наверное, жил снежинкой на какой-нибудь звезде. Или прятался пушинкой у мороза в бороде. Может, влез он в холодильник? Или к белочке в дупло? Или в старенький будильник он забрался под стекло? Но всегда бывает чудо, на часах 12 бьет, и неведомо откуда к нам приходит Новый год. Ура!